Итак, не прошло и огромного количества лет. Максим сделал, наконец-то, усилитель тахо-датчика. Он у нас здесь стоит. Вот он. И выдает он теперь, наконец-то, нормальный управляющий сигнал. Вот 76-я скорая сейчас запущена. Это 76-я идет? Да, сейчас 76-я. Так, ну-ка, так сказать, 38-я. Сейчас посмотрим. 38-ю это надо еще переключить, потому что это же... Пожалуйста, вот он нас считывает. Видишь? Наконец-то. Не прошло и примерно 5 лет. Да, или сколько этот магнитофон у тебя стоял, я даже не знаю. А теперь переменная скорость. Ну, вот сейчас у нас варис спид включено. Да. Вот я понижаю скорость 15 ипсов. Он пошел понижаться. Сколько у нас там? 7,5, это 19-е. Все, держит. Вообще отлично. О, вообще. О, вот она. Это 19-я скорость. 19-я скорость. Пиздос. Все, да, пиздос. Короче, то есть можно, в принципе, 24 канала на 19-й писать. Ну, это, конечно, изврат. Нормально. Чисто экономия пленки, если. Да, ну, вообще так. Все, сейчас я Все. Ну, что, лентопротяг начал жить. Ура. Да. Ура. Ну, дальше уже настраивать надо. Да, да. Да, по крайней мере, что-то там уже дышит. Ест прям. Ну-ка, если сделать красоту. Какую? Ошик. Ага, опа. Да, для девочек это хорошая красота. И осциллограф еще светящийся. Да-да-да, вот, это наш аппарат. Дышит. Вот его сигнал, управляющий мотором, фактически. Обалдеть. А, это посмотри, как пульт светится. Да-да-да-да. Да.